Миша, а он не понимает. Снимается, да? Даже говорил папа, что его разметали. Где жилет? Жилет отдали. А у кого брали? Я вон. У кого капа была? Не, у кого была? Не, у кого она была? И Михайловича, а так это наш. Не, я знаю. Это, ты, Миш. Пойду в Мишука Ильича. Миш, куда ты пошел? Мишука Ильича мать забирает, да? А, ну забери, ну и одеваться уже можешь, слышишь? Поехали в середину площадки. Середину. Ой, а тут в сторону голову поворачивай. Пусть надевается, оставляет. Потом. А может на награждение или награждения не будет? Будет. Да пусть себя накинет что-нибудь, да? Просто награждение будет, может... Мишка! Ну, может, нам просто один носки и куртку, может, будет награждение, чтобы был в форме, как ты считаешь? Ну да, майку один шить. Или холодно? Не холодно. Такое чувство, как будто мне рот разбил. Просто ты говоришь, капы нет, я пошел искать, а пришел, а ее нету. А как она оказалась? Наверное, он забрал. Ну. Хоть бы даже и голым дрался, все равно, если хорошо дерешься, то хорошо дерешься. Самое важное на соревнованиях – перчатки, шлем и защита. Ну, если еще зубы считаются, потом одеваться. Что-что? А будет чинить. Не, он уже не будет драться. Нет, все, выбрать. Не, он уже не будет драться. Он уже не будет. Я первое место, все. А он пойдет еще. Не, он уже тоже не будет, у него второе. А, это он со мной на финалку. А Кирилл, наверное, будет дрался за третье уже. На третье. На третье, за первое.